Здравствуйте! В эфире «Детские новости». В студии для вас работает «Фабрика звезд». И сегодня у нас две темы – Новый год и мир журналистики. Международный день детского телевидения отмечается 14 декабря. Вот и в нашей школе телерадиоведущих «Фабрика звезд» 3 года. Этот день стал не только профессиональным праздником специалистов, имеющих прямое отношение к телевидению, но и праздник юных ведущих, которым предоставляется возможность попробовать себя в качестве репортера, оператора, ведущего. Всему этому мы обучаемся на «Фабрике звезд». У нас есть своя программа «Детские новости», где мы доказываем, что дети прекрасно справляются с поставленными перед ними задачами. Юные ведущие затрагивают совсем не детские вопросы. Мы учимся быстро ориентироваться в сложных темах, излагать факты на уровне профессионалов. Освещаем темы, интересные жителям города. Проходим практику на телевидении. Посещаем лекции, мастер-классы педагога факультета журналистики Гуманского государственного университета. А летом отдыхаем на берегу Черного моря в лагере юнкоров. Если вы хотите быть в гуще событий, научиться выражать свои мысли, анализировать, правильно и грамотно говорить, то наша школа телерадиоведущих «Фабрика звезд» ждет вас! Для детей младшего возраста на «Фабрике звезд» существует чудеснейшая детская передача «Рассуждалки». Важной особенностью «Фабрики звезд» является то, что у нас нет отбора. Мы с радостью принимаем в свои ряды все детей, которые приходят к нам, потому что мы твердо уверены, что нет детей неспособных. Мы хотим, чтобы каждый ребенок имел возможность гармонично развиваться и раскрывать свои таланты. «Рассуждалки» дают возможность самым маленьким высказать свой взгляд на мир, почувствовать себя самостоятельными, способными нести ответственность за твое творение перед своими сверстниками и взрослыми. В воскресенье 14 декабря юные тележурналисты посетили лекции по журналистике в Кубанском государственном университете. Это была уже вторая поездка ребят. Первая лекция была посвящена мастерству стендапа и операторскому искусству. Лекцию читали корреспондент ГТРК «Кубань» Анна Сорокина и оператор Олег Демидов. Журналист и оператор – это неразрывный тандем. Они должны понимать друг друга с полуслова и с полувзгляда и уметь ориентироваться в самых неожиданных ситуациях. В профессии журналиста нет мелочей. От внешнего вида до культуры речи нужно быть внимательным и аккуратным. В противном случае репортаж приходится переписывать по много раз. Негативные примеры из практики журналистов нам показывали на лекциях. Во второй части занятий выступал веб-редактор газеты «Комсомольская правда» Елизавета Осипова. Она рассказала о специфике работы в интернет-журнале. Оказывается, что интернет-журналисты тоже выезжают на место событий, только не с видеокамерой, а с диктофоном. Основная задача интернет-журналиста – передать словами то, что он видел. Занятия в Кубанском государственном университете – это уникальная возможность приблизиться к миру профессии журналистики, расширить свой кругозор и просто пообщаться с интересными людьми. Казалось бы, что такое елочные украшения? Абсолютно бессмысленные предметы, шары, бусы и фигурки, которые мы достаем из запыленных шкафов раз в год и украшаем ими елку не менее чем на месяц. Но почему же мы с таким трепетом относимся к елочным игрушкам? Коробки с елочным убранством передаются в семьях от родителей к детям. Открывая их, мы вспоминаем самые разные приятные эпизоды. Украшать елки стали в 60-е и 70-е годы, повторяя европейскую моду. Заказывали их тоже в Европе. Купить игрушку из стекла для жителя России конца 19 века было то же самое, что современному россиянину купить машину. Шары тогда были тяжелые. Тонкое стекло научились делать в начале 20 века. Первые стеклянные игрушки начали делать в период Первой мировой войны в Клину. Там мастера стеклодувы выдували стеклянные изделия для аптек и прочих нужд. Клинская фабрика «Елочка», кстати, по сей день является единственной фабрикой в России, которая делает бусы для елок. Трудно представить новогодний праздник без сверкающей елки, а веселый хоровод без карнавальных костюмов. Рассматривая фотографии в старом семейном альбоме, удивляюсь, как год от года изменяется история различных костюмов. Бабушка с огромным бантом, обшитым красивым дождиком. Тетя в картонной короне, украшенной различными яркими стеклышками. Мама в юбке с крахмаленной марли. А я в бальном платье со сверкающей диадемой в волосах.
но глаза у всех одинаково светятся счастьем. Они чувствуют себя королевами, ожидая чуда в эту новогоднюю зимнюю ночь. Новый год – живая сказка. Блестки, мишура и маски. С давних пор придумал люд, у елки пляшут и поют. Красят лица, лепят нос, шляпы, парики и хвост, юбки, платья, каблучки, кудри, фартуки, очки. Мушкетеры, Шрек, Фиона, леший, снежный человек. Шумит и кружит карнавал, праздник всех очаровал. Пусть сто маленьких желаний, сто волшебных огоньков загорятся над домами. Уже звезды облаков пусть исполнится мечтание. Каждый час, когда пройдет, каждый дом без опоздания – самый лучший Новый год. Вот уже третий год любимым зимним развлечением крымских ребят является каток. Это прекрасная возможность весело провести время на свежем воздухе и встретиться с друзьями. Даже если и раньше у вас не было такой возможности, то опытные тренеры помогут вам освоить технику катания. А для любителей бобслея и санного спорта в нашем городе планируется возведение ледовой горки. Дорогие родители, мне кажется, что лучшим подарком на Новый год для вас и для ваших детей будут коньки и сани. Пусть 2015 год пройдет под девизом «Мама, папа, я – спортивная семья». Пожеланий с Новым годом не бывает слишком много. Положи в коробок и расходуй по чуток. Каждый день бери оттуда вера в сказку или чудо. Не забудь слова удачи прихватить порой в придачу. Сохрани большой пакет пожеланий долгих лет. От плохого настроения пожелания веселья. Так, глядишь, пройдет весь год без печали и забот. Это были детские новости. В студии для вас работала Фабрика звезд. До встречи в эфире. До свидания.